Всем привет, ребята! И вы на канале Kid Game Show TV. И продолжаем играть в наших любимых шариков. Вы только посмотрите, у нас тут уже стартовало обновление. Ну что, ребята, вы только посмотрите, какой у нас классный синий фон. Наш чудастик уже стал в костюме Дедушки Мороза. Потихоньку наша игра готовится к Новому году. Ребята, а вам нравятся костюмы наших героев? Вот такой вот у нас розовенькая наша подружка в костюме олененочка. Давай, и встретились Дед Мороз со своим олененком. И мы еще умудрились заработать с вами 3 звезды. Играем дальше. Ой, сейчас у нас тут будет немножко непросто. Так, сейчас нам нужно тут с вами не проморгать нашего Дед Мороза и подтолкнуть. Ребята, а вы видели, какая у меня классная ручка? Кому нравится моя ручка? Давайте. Скорее встречаемся! Ура! Сколько у нас? 3 звезды! Ну что, ребята, нам тут с вами нужно что-то изобрести непростое. Что-то настолько непростое, я даже представить не могу. Так, давайте-ка с вами подумаем. Нам нужно, чтобы у нас тут перекрылся путь кубиком. Если мы это сделаем... А как же нам добраться до нашего олененка? Да уж, нелегкая у нас задача. Ох, какая нелегкая. А мы сейчас сделаем с вами вот так. Так. И вот так. Ну что, получится? Так, Дедушка Мороз, ты там давай нас не подведи. Мы тебя тут подталкиваем. Эх, давай еще вот так вот подтолкаем. Ну что, идея хорошая? Ну что, ребята, идея у меня неплохая. И сейчас мы ее попробуем снова с вами осуществить. Так, давай-ка. Ну что, давай, Дед Мороз, давай, не зависай там. Как-то ты странно двигаешься. Все, встретились, ура! Играем дальше. Ну что, ребята, наши приключения на этом с вами не заканчиваются. Так, нужно нам с вами сделать вот такой тут крепеж, чтобы не упали эти штучки. Вот так. Так, давай-ка. Наш милый олененок, скорее встречайся! Ура! Обнимашки, целовашки. И погнали дальше. Мы с вами пока молодцы. Все, проходим на 3 звезды. Но, надеюсь, мы с вами не испортимся и дальше все будем проходить так же здорово, как сейчас. Но пока... Ой-ой-ой. Нам нужно тут затянуться в зеленую штучку. Да уж. Это нам будет сделать непросто. Так, синий, надеюсь, не затянет. Давай. И хопана! И встретились! Отлично! Ну что, ребята, игра у нас с вами тут непростая. Как-то нам нужно помочь нашему вот этому Деду Морозу отсюда выбраться. Ну как это сделать? Так, стоять. Кому сказал стоять? Вот, с олененком проще договориться, чем с нашим Дед Морозом. Ну вот упрямо туда залез и сидит. Мы его и так, и сяк. А он ни в какой оттуда не хочет выбираться. Давай, Дедушка Мороз. Вот. Одну мы звездочку потеряли. Давай, беги со своим олененком. А то, по-моему, он уже присмотрел себе желтый шарик. Играем дальше. Ну что, ребята, у нас с вами непростые приключения. Нам нужно добраться до желтой кнопочки. Да так, чтобы еще никакие ловушки тут не попасться. Ой-ой-ой, ну что, давай. Опа-на. Ты что, до кнопки-то не достал? Дедушка Мороз, борода из ваты. А, да нет, шучу, достал. Стой, куда уходишь? Встречаемся! Играем дальше. Ну что, ребята, продолжаем проходить наши приключения. И у нас тут уже снова головоломочка. Ой-ой-ой. Так, друг мой, давай тебе сделаем так.
Ну что, мы пробовали уже всякие варианты. Этот, наверное, будет самый правильный. Вот наш олененок ждет. Ура, ура! Выходим на финишную прямую и встречаемся. И заработали. 3 звезды. Играем дальше. Ну что, дружочек, давай мы тебя тут сразу потихонечку направим в нужное направление. Давай толкаем. Только не останавливайся, главное, только не думай остановиться. Застыло время. И давай, давай, что ж мы со второго раза-то не сможем. А мы смогли, ура, ребята, у нас все получилось. Жду от вас лайка. Вы запомнили все, как нужно сделать? Это непросто, просто немножко нужно подождать. Ура, внимашки, целовашки, играем дальше. Ну что, ребятки, давайте тут сделаем вот такую вот хитрость. Не, хитрость наша упала. Вот так. Ну что, теперь главное, чтобы сработал наш трамплинчик, да? Ой, надеюсь, ты нас выручишь, дружочек. Ура, ура, сработало. Олененок, давай, скорей. Все, мои милашки, мимишки встретились. Играем дальше. Ой-ой-ой-ой-ой. А кто сказал, что будет просто-просто, у нас тут ничего не будет. Давай-давай, набирай-набирай, и... Ай-яй-яй, дотронулись до этих бяк-лазеров. Ну что, давай вот так, и вот так. Скорее-скорее-скорее, давай, несись, прекрасный мой Дед Мороз, только Санта-Клаус или олень. Играем дальше. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это ёшки-вошки. Так, давай-ка мы вот так. Ах, тут у нас еще такая штука. Да уж, ускакал мой олененок, но ничего. Сейчас для олененка сделаем такое препятствие, чтобы он никуда от нас не ускакивал. Так, мой хороший олененочек, давай-ка скорей. Встречаемся мы с дедушкой с нашей. Играем дальше. Ну что, ребята, продолжается наша игра. Так, шарик. Давай-ка мы тебя как-то подтолкнем. Давай, давай, ну падай, не стесняйся. А тут, видишь, какой у нас там. Все, давай, давай, и все. Замер наш шарик, падать не захотел. Да уж. А мы сейчас нарисуем тут маршрут. Палочка, давай, давай, скорей, скорей. О, отлично. Дедушка Мороз, ну сколько можно тебя оттуда просить выйти? Давай, собирайся туда и выходи. Хорош вредничать. Вас там ждут ваши миленькие оленятки. Ой-ой-ой-ой. Чего-то у меня тут заключило все. Сейчас будет долгожданнейшая встреча. Ой-ой-ой, мои шарики, куда же вас тут только не занесло? Ну что, давайте начинаем. Так, если мы синий, хотя нет, давай зеленый. Только откуда мы выскочим, я вообще не представляю. Ой-ой-ой. Ну что, попробуем еще разочек. Так, аккуратненько, зелененький, затягивай. Да уж. Ну что, попробуем тут желтый немножко. Если мы вот так, то куда? Ура, и мы встретились! Я безумно счастлива, долгожданная наша встреча. Да уж, давайте попробуем. Конечно, что у нас из этого выйдет? Я слабо понимаю, представляю. Так, давай, 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 катись, катись, катись. Да неужто ли у нас встречка? Ну, а на этом я, ребята, с вами пока прощаюсь. Ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте подписываться на мой канал KissGameShowTV. Всем пока-пока.